В Грозном на строительной площадке торгового центра «Грозный молл» состоялась фиксация мирового рекорда. Открывая торжественное мероприятие, коммерческий директор ООО «Смарт Билдинг» Алексей Чайкин рассказал о проекте. Общая площадь ТРЦ составляет около 147 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено 3 надземных этажа и 1 подземный этаж, на котором будет размещена парковка более чем на 1000 машин и мест. Интерьеры ТРЦ выполнены в едином стиле, которые сочетают в себе традиции чеченского народа и современные модные направления в архитектуре и дизайне. Кроме того, высота каждого этажа ТРЦ составляет около 7 метров, что способствует благоприятному визуальному восприятию интерьера и создает ощущение простора. В ТРЦ «Грозный молл» будут расположены более чем 200 магазинов. Это фэшн-галерея, включая бренды премиум-класса, рестораны, кафе, фудкорт, продуктовый супермаркет и супермаркет бытовой техники, галерея детских и спортивных товаров, уникальная зона отдыха и развлечений, а также многозальный кинотеатр с первым в России залом «Сфера». ТРЦ «Грозный молл» стал победителем федеральной премии в области коммерческой недвижимости «Арендатор Awards 2020» в номинации «Лучший проект торгового центра». В премии принимали участие более 100 проектов из 85 регионов Российской Федерации. И ТРЦ «Грозный молл» стал лучшим проектом торгового центра класса А в России. Здание центра выполнено в виде руб-аль-хизб – восьмиконечной звезды, являющейся исламским символом. Эта идея принадлежит главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Строящийся торговый центр является самым крупным в мире архитектурным изображением восьмиконечной звезды. За моей спиной находится удивительное сооружение, аналогов которому нет в мире. Оно, скорее всего, возможно, содержит очень много элементов, которые могли бы попасть в книгу рекордов. И один из них – это восьмиконечная звезда, которая видна из космоса. Рекорд, который побивается сегодня, был установлен 9 лет назад в Ашхабаде. И рекорд побивается в 5,7 раз. Итак, рекорд. Самое большое архитектурное изображение звезды в мире с результатом 18 450 квадратных метров объявляю официально зафиксированным. Понял, видите, как рождение дня в торговом центре, где Бог услуг всех был, видите, как все, дал тебе метки, дал ему лавы, бастанью, а торговый центр дает ему, Аллаху Акбар, Амад Сила,